В Южные озера 2 я поезжаю за хорошим настроением. Первое, хочу уехать из города, пропитанного пылью и смогом. Здесь замечательная природа, мне здесь очень нравится, хорошие люди, замечательная рыба. С удовольствием едим семьей, детям даю. Значит, и экологическая ситуация, скорее всего, здесь хорошая, потому что никогда никаких проблем ни с чем не было. Я думаю, что здесь разовьется поселок, да, и будет, вот как берега, допустим, смотрим, все лучше и лучше. Так что замечательно, всем советую поезжать сюда и отдыхать с семьей и большими компаниями.